Платформа BrainSpace поможет авторам и предоставит возможности для полного вовлечения и публикацию, и популяризацию с доступом к экспертноспособной аудитории. Также с помощью всех авторов, то есть может быть создан какой-нибудь один общий полезный очень проект для всего общества. Также платформа позволит максимально быстро развиваться авторам. Также все, кто будет пользоваться данной платформой, не будут бояться использовать все сервисы данной платформы и не бояться, что его контент может быть где-то украден, потому что собственных алгоритмов BrainSpace будет производиться обработка данных и будет выявляться нарушение авторских прав. И даже будет предоставлена такая возможность, как уведомление в случае того, если ваш контент будет использоваться какой-то третьей стороной. Значит, также хотелось бы мне сказать о том, что сейчас компания занимается непосредственно маркетинговым продвижением своего продукта. У них есть сейчас довольно-таки интересная баунти-программа. Значит, она разбита на такие боксы, то есть есть бокс 1, бокс 2, а также airdrop программа. То есть бокс 1 это в принципе стандартная баунти программа, а бокс 2 довольно-таки интересная и очень грамотная. То есть здесь можно, вы можете поучаствовать в презентации данной компании, а также создать интервью. Также следующим пунктом у нас, точнее следующей баунти компании является установка контактов. Целью будет заключаться в том, чтобы собрать и структурировать информацию об организациях, так или иначе, которые связаны с творчеством. И следующая кампания по привлечению талантов. Так как проект BrainSpace действительно является уникальной платформой для авторов и творцов разного контента, которая по сути решит проблемы, связанные с защитой их авторских прав и также монетизацией объектов интеллектуальной собственности, то данному проекту действительно очень важно привлечь как можно больше творческих людей, талантов на свою платформу. И если вы хотите помочь в этом и получить за это вознаграждение, то не отлаживайте в долгий ящик это решение. И помогите BrainSpace стать поистине революционной платформой. Значит, для того, чтобы быть более осведомленным в этом проекте и понять в деталях суть данного проекта, я предлагаю вам ознакомиться с технической документацией данного проекта, которая очень грамотно и хорошо написана на 108 листах. Значит, есть русский язык, как вы видите, то есть всем обязательно прочитать white paper данного проекта. Значит, на сегодняшнем видеообзоре у нас все.